Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Вот только что я, ну, день назад, я просто сейчас только что увидела о том, что мне пригрозила некая Елена Данилкина, чтобы я убрала это видео, поскольку здесь есть ее авторские съемки. То есть она готова зарубить всю мою работу ради непонятных каких-то своих амбиций или целей. Возможно, она действительно имеет отношение к команде Шатунова, вот к этим ребятам, и возможно, я было приказано, чтобы я убрала это видео. Но там несколько кадров не с ее канала, а с другого канала. Я говорила, откуда я это снимала. Поэтому я это видео полностью, я от него отказываться не собираюсь. Я просто уберу вот эти спорные моменты, где вот эти ребята могут мне там угрожать страйками или еще чем-то, то есть и возьму скрины или еще как-то, или найду другие концерты похожие, конкретно скажу, а сейчас это видео убирать с канала я не буду, я просто доступ к нему уберу, чтобы не было этих страйков, потому что YouTube разбираться не будет, они могут просто даже доказать ничего невозможно, действительно она является автором этой съемки или она не является автором съемки, а сама у кого-то взяла эту съемку, не разобраться сейчас в этом вопросе. Но, значит, чтобы у меня и так канал глушит и сворачивают просмотры и так далее, чтобы этого не было, я переделаю это видео, уберу вот эти концертные моменты. Вот это их напугало, где я показываю, как сигналит клавишник, сигналит кому-то. Вот по моей версии. И после этого идет засветка на другом видео с другого ракурса. Юрий хватается за голову. Вот как версия того, что его периодически могли облучать чем-то, каким-то оружием. Это все имеется технически, не вопрос. Мне, значит, пригрозили, чтобы я убрала это видео, пригрозили страйком. Вот такая информация.